В эфире программа «События», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Почти 2000 медалей. Глава региона Николай Меркушкин наградил выпускников за успехи в учебе. За заслуги в воспитании детей и самоотверженность. Глава города Олег Фурсов вручил жителям Самары почетные знаки. Ночной дозор. Глава Самары Олег Фурсов проверил, как идет ремонт городских дорог. Могут лишиться земли. Городские власти проверили площадки с домами-невидимками. Куклы и медведи. В детской картинной галерее открылись новые экспозиции. Воздалось по заслугам. Почти 2000 выпускников Самарской области награждены медалью за особые успехи в учении. Школьники, закончившие школу с отличием, также получат благодарственные письма главы региона. На торжественной церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Это первая государственная награда в жизни Анастасии Лысенко. Получить медаль такого уровня очень волнительно, признается выпускница. За время учебы в школе Настя не только училась хорошо, но и показывала отличные результаты на олимпиадах. Теперь девушка мечтает стать инженером-химиком. И уверена, это не последняя ее награда. Это важный этап в жизни, получить такую медаль. Но это поможет мне, я думаю, в дальнейшем. Лучших выпускников школ области поощряют медалями за особые успехи в учении уже третий год. Этой награды удостаиваются школьники, которые неоднократно становились победителями региональных и всероссийских олимпиад, а также показали высокие результаты на ЕГЭ. На торжественной церемонии награждения губернатор области Николай Меркушкин выразил слова благодарности родителям и преподавателям талантливых выпускников. Также глава региона поблагодарил медалистов за высокие результаты. Вы уже 17 лет получаете государственную награду. Это уже история, это уже этап вашей жизни, чем вы. Я уверен, каждый из вас будет всю жизнь гордиться, вспоминать. И это может быть основой для очень многих дальнейших успехов, успешного продвижения по жизненному пути и позволит стать настоящим человеком, человеком с большой буквы, достойным подражания следующим поколениям. Поэтому с праздником вас! Долгожданные медали в руках, фотографии на память сделаны. Теперь эти ребята вступают во взрослую жизнь. Расслабляться выпускникам некогда. Впереди вступительные экзамены в вузы и новые успехи в учебе. Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Люди самых разных профессий, которых объединяют семейные ценности. Они смогли создать крепкие и дружные семьи и, как результат, воспитать успешных детей. А сегодня им вручали награды, почетный знак за заслуги в воспитании детей, учрежден в Самаре по инициативе депутатов городской думы. Нынешняя церемония проводилась уже во второй раз. Счастливых лауреатов поздравили представители власти, почетные граждане города и наша съемочная группа. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Любовь, взаимопонимание и успешные дети. Именно такие семьи сегодня чествуют в Самаре. Второй раз в городской думе вручены почетные знаки за заслуги в воспитании детей. Семья Красильниковых, Алексей, Наталья и двое детей, Анастасия и Николай, стали лауреатами не за особые трудовые подвиги, а как пример для других счастливых семей. Я считаю, что это заслуга нашей прекрасной половины семьи. Мы с Колей только помогаем. Наверное, это пример наших родителей, бабушек, дедушек. То есть вот то, что может дать семья, мы старались дать своим детям. Награды вручили глава города Олег Фурсов и председатель Думы Галина Андреянова. Именно по инициативе депутатов городского представительного собрания были учреждены семейные почетные знаки. Сегодня их получили еще 5 самарских семей. А дальше смогут получить очень многие, как знак признания в городе главенства семейных ценностей. А значит, будет еще самарская земля рождать и великих конструкторов, и звезд большого спорта, и просто хороших людей. Мы все заинтересованы в том, чтобы город наш преображался, чтобы та слава, которая была о нашем городе в предыдущие годы, она вернулась к нашим жителям, чтобы мы испытывали гордость за все то, что нас окружает. Эти награды являются, безусловно, общественным признанием. И нам важно, что вот такие инициативы в нашем обществе, ну, приобретают все большую поддержку. Поэтому я искренне хочу вас поприветствовать здесь сегодня, пожелать вам успехов в вашей жизни, успехов в вашей производственной деятельности, воспитании детей. Все мы рассчитываем, что благодаря этим наградам в Самаре появится новая традиция поощрять тех, чья жизнь, возможно, не наполнена рекордами и свершениями, зато они могут быть примером и нравственным ориентиром для других.
И сегодня же вручили почетные знаки за самоотверженность. Обладателями стали двое полицейских оперативников. Впрочем, они остаются вне кадра. Исходя из профессиональных соображений, показывать их лица нельзя. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Время большого дорожного ремонта. Самара перестраивает и основные федеральные трассы, и городские улицы. Сейчас работы идут полным ходом в разных районах города, в основном в ночное время. Вопрос ремонта дорог контролирует лично глава города. Этой ночью Олег Фурсов проинспектировал наиболее горячие дорожные точки. В ночной дозор отправилась и наша съемочная группа. Дорожно-ремонтные работы в Самаре идут стахановскими темпами. Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Чтобы не мешать движению, львиная доля выполняется ночью. Ремонтная бригада выходит на объект ближе к полуночи. Ночная жизнь кипит на городских дорогах сразу в нескольких районах. В разработке находятся 73 объекта дорожного строительства. Причем большую часть из них должны сдать уже в этом году. Самая высокая степень готовности у объектов по контрактам 2015 года. Здесь, на участке улицы Антона Вовсеенко, строители приступили к обустройству выравнивающего слоя асфальта. В сентябре обещают завершить все работы. Ход ремонта под личным контролем главы города. Требования не только к дорожному полотну, но и к вопросам благоустройства, чтобы организации вовремя убирали бытовой мусор и косили траву, пока идут работы. За этим должны следить районные администрации. У нас есть некоторые моменты замечаний, допустим, и по Марисе Терезе. Куча. И здесь вот складирование уже давным-давно они лежат. Но я надеюсь, когда работы будут завершены, все это будет убрано. В противном случае у меня вступит в действие административная комиссия. А это улица Осипенко, Октябрьский район. Ремонт идет с опережением графика. Строители приступили к установке бордюров. Выравнивающий слой, нижний слой весь уложен. В течение июля месяца мы надеемся поменять все бортовые камни. Параллельно ведутся работы по благоустройству парковой зоны. Бордюрные камни меняются. В августе месяце мы планируем верхним слоем завершить работы по проезжей части. Здесь предстоит не просто отремонтировать дорогу, но и благоустроить пешеходно-парковый комплекс. Горожане сами высказали пожелание, каким хотели бы видеть район. Были люди, которые предлагали, что здесь должно быть, как должно быть. И нам очень приятно, что их мнение услышано, потому что они говорили о дорожном покрытии, они говорили о тротуаре, они ставили вопрос о плитке, чтобы вот все эти части улицы Ленина, Мичурина соединились единым моментом. Вопросов к подрядчику нет. Все сделано на совесть. У района амбициозные планы. В свое время он был признан самым благоустроенным в стране. Почему бы не сделать его снова таковым? Впрочем, задачу обустроить весь город никто не отменял. На улице Советской Армии, на пересечении с Марисой Терезе, уже проведено фрезерование верхнего слоя. Эти работы полным ходом идут в центре, на улице Льва Толстого. А это уже Куйбышевский район. Здесь картами ремонтируют улицу Уральскую. Считаю, что у подрядчиков есть еще резервы, которые они пока не использовали. С учетом того, что в этом году мы должны освоить более 2 миллиардов рублей, 2 миллиарда 150 миллионов. Вы знаете, что 400 миллионов пришли дополнительно. Конечно, темпы освоения этих средств, ну и в первую очередь, конечно, темпы дорожного строительства, они должны быть гораздо выше, с тем, чтобы мы в наиболее благоприятный период времени смогли сделать дороги. 73 дороги мы планируем в этом году выполнить. 2 миллиарда рублей – большие деньги, но есть возможность получить еще. Если работы в Самаре будут выполнены качественно и в срок, город сможет получить дополнительное финансирование за счет тех регионов, которые не успеют освоить деньги, выделенные на проведение дорожно-ремонтных работ. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Не успел за 3 года начать строительство, отдай землю более проворному. В администрации города рассматривают вопрос о неосвоенных территориях, которые были запланированы под стройку. Городские власти проверили все площадки и с недобросовестными застройщиками начали процесс расторжения договоров аренды. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Здесь должен быть построен дом. Однако вот уже несколько лет пустырь и не собирается превращаться в стройплощадку. Таких участков, которые запланированы под строительство, но застройщик не торопится их осваивать, в Самаре около 500. По результатам проверок с такими неспешными застройщиками уже расторгнуто 6 договоров аренды. 7 арендаторов так и не зарегистрировали свои документы в Росреестре, а значит и договор не считается заключенным. 11 застройщиков имеют долг по арендной плате за выделенную им землю или до сих пор не получили разрешение на строительство. 18 арендаторов за время проверок оперативно привели свои документы в порядок. И более того, здесь также у нас есть часть участков, где есть права участников долевого строительства. То есть мы их предлагаем не расторгать, а активно работать застройщиком по их освоению.
Срок аренды участков составляет от 3 до 5 лет. За это время не просто не осваивается земля, теряется инвестиционная привлекательность территории в целом, отмечает глава города Олег Фурсов. Замораживать землю нельзя. Необходимо ускорить работу по расторжению договоров аренды с недобросовестными застройщиками. Когда станет понятно, сколько именно участков высвободится, городские власти примут решение об их использовании. Мы с вами подумаем, что нам лучше сделать. Как либо через муниципально-частное партнерство отдать с тем, чтобы сохранить социальную, значит, норму жилья те категории людей, которым это необходимо. Это и сироты, и переселение с ветхого аварийного, может быть, даже вот очередь, которая есть городская, по бюджетникам. Вот. Либо мы на аукцион с тем, чтобы пополнить городской бюджет и на другие какие-то цели направить эти средства. Чтобы не затягивать освоение земли, Олег Фурсов предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу, предусмотреть льготные ставки по аренде для добросовестных застройщиков и ужесточить условия для не сумевших вовремя выполнить взятые на себя обязательства. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События. Развитие конкуренции в Самарской области будет контролировать специальный совет при губернаторе. На первом заседании совещательного органа обсудили текущую ситуацию по внедрению стандарта развития конкуренции. Напомню, этот стандарт был утвержден постановлением правительства России в 2015 году. В документе прописаны конкретные действия, чтобы сделать конкуренцию на основных рынках регионов честной и более эффективной. Это должно привести к укреплению экономики страны. Участники заседания утвердили расширенный перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Самарской области. К уже существующим ранее рынкам услуг ЖКХ, медицинских и образовательных услуг добавились рынок сельскохозяйственной отрасли, детского отдыха и культуры. На следующем заседании Совета запланировано утвердить дорожную карту по развитию конкуренции в Самарской области. Работа достаточно обширная, она должна охватывать все направления развития общества. Поэтому я убедительно прошу всех руководителей и членов вот нашей рабочей группы внимательно изучить весь набор документов, который вышел и по Совету, и по Федерации. Надо каждому по своему направлению хорошо посмотреть, где есть какой передовой опыт, его изучить. Труд под охраной. Об этом говорит статистика. В этом году количество производственных травм сократилось по всей стране, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Безопасность работы в этой отрасли обсудили участники межведомственной комиссии по охране труда. В большинстве случаев в ЖКХ вредные и опасные производственные факторы невозможно исключить полностью из-за особенностей работ. Поэтому особое значение приобретает использование средств индивидуальной защиты. Сейчас на них обращают особое внимание, так как на фоне общего снижения травматизма на производстве в Самарской области произошел рост смертельных случаев на работе. С 47 в 2014 году до 52 в 2015. Это связано с несоблюдением условий труда, игнорированием средств индивидуальной защиты. То есть это такие вопросы, которые необходимо обязательно, на которые необходимо обращать внимание работодателям для того, чтобы защитить здоровье работников от различных воздействий неблагоприятных условий. Для праздника не всегда необходим повод. Жители Куйбышевского района не только отдохнули, но и получили полезную информацию. Встреча в рамках проекта «На связи с губернатором» прошла во дворе 145-й школы. Ее посвятили вопросам семьи и детства. То, что вот тесновато. Итак, а так мы живем неплохо, дружно. Нам хорошо, поддерживают родители. Родители, бабушки, дедушки. И сами, конечно. Жители Куйбышевского района в этот вечер отличались дружным позитивным настроем. Активно отвечали на вопросы тематической анкеты и задавали представителям власти свои. Тема семьи и детства близка каждому, поэтому волновала насущная. В основном содержание воспитания и обучения детей, как родных, так и находящихся под опекой. Все те вопросы, которые задаются, они находятся в рамках компетенции работы органов опеки и вообще службы семьи. Поэтому ситуации, конечно, у всех разные, но тупиковых вопросов не было. Естественно, что каждому человеку подход индивидуальный, но все вопросы, в общем-то, решаемые и можно объяснить.
Одна из основных задач проекта на связи с губернатором – взаимодействие властей и населения. Можно создавать сколько угодно законодательных документов, но понять, как они работают, невозможно без обратной связи. На основании рекомендаций жителей чиновники и депутаты могут корректировать действия местных и федеральных законов. Однако власть волнует и менее масштабные проблемы. Например, дружат ли, общаются ли между собой жители района. Я думаю, что когда жители живут общими идеями, когда они живут общими интересами, это же очень важно для власти. Почему? Потому что, значит, им комфортно, они живут в комфортной среде, и эта комфортная среда позволяет развиваться городу и в целом стране. Вопросы ответственного родительства, летнего отдыха детей, взаимоотношений в семье. Жители района получили в этот вечер ответы на свои вопросы. Для того, чтобы не пришлось запоминать информацию о социальных льготах и выплатах, для них подготовили специальные пособия. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, «События». Как сделать медицинскую помощь в регионе более качественной и доступной? Этот вопрос на расширенном заседании обсудили активисты партии «Единая Россия». Члены первичных организаций встретились с секретарем рекотделения Игорем Станкевичем и министром здравоохранения Геннадием Гридасовым. Подробности в репортаже Алины Чемерес. Сделать ремонт в районной поликлинике, установить в больнице новое оборудование, привести в порядок котельные. Ближайшие планы членов первичных организаций «Единой России». Чтобы рассказать о проблемах на местах, активисты собрались на расширенное заседание. Сегодня, чтобы медицинская помощь стала более качественной, важно оптимизировать систему здравоохранения. Услуги врачей должны быть доступны каждому, даже в самой отдаленной глубинке. Задача Министерства здравоохранения – ничто не закрыть, а сделать медицинскую помощь, с одной стороны, доступной, качественной, но, с другой стороны, все-таки те, кто около медицины, так называемый прочий персонал, финансисты, экономисты, их все-таки должно быть намного меньше. Встреча, посвященная вопросам здравоохранения, уже третья в этом году. Сегодня в регионе около 2000 первичных организаций партии «Единая Россия». Активисты работают во всех уголках губернии. Многие вопросы решают самостоятельно. За последнее время установлено 5 кондиционеров и 5 холодильников на средства совета первичных. То есть они собирают людей, они рассказывают о проблеме данной больницы или данного там учреждения какого-то. Говорят, давайте поможем. Это тоже их работа. Такой формат работы с активом партии станет традиционным. Собираться единороссы планируют раз в квартал. Впереди заседания, на которых обсудят вопросы сельского хозяйства, спорта, ЖКХ, молодежной политики. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Новокуйбышевске медсестра насмерть задавила коллегу прямо на территории городской больницы. По информации сайтов, хирург после работы хотел сесть за руль в нетрезвом виде. Чтобы помешать ему, одна из медсестер, не имея прав, сама села за руль и протаранила стоящий рядом автомобиль. Затем сбила двух медсестер, после чего включила задний ход и наехала на третью медсестру. Та получила перелом основания черепа и скончалась на месте. Другая медсестра получила сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и повреждение ноги. Погибшая только что вышла из декрета, у нее остался маленький сын. В этом году 100 баллов по информатике набрали 2 выпускника. Экзамен по этому предмету сдавали 362 школьника. ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов сдал всего один выпускник. Он сдавал английский язык. Всего же участниками письменного ЕГЭ по английскому языку были 937 человек. Немецкий сдавали 26, а французский – 15 школьников. В парке «Самара» объявляют фотоконкурс. Организаторы ждут фотографии цветов или людей с цветами, сделанные на набережной, в парках и скверах, на балконах и приусадебных участках. Работы нужно прислать на электронный адрес, который вы видите на экране. Отобранные фото разместят на интернет-страницах «Самарской газеты», на сайте администрации «Самары», на сайте телеканала «Самара ГИС». Голосование завершится 29 июля. Награждение победителей пройдет на городском фестивале цветов 30 июля в парке «Дружба». В художественном музее в Самаре воспроизвели комнаты дома, в котором жил Альфред фон Вакана. Китайская, японская, европейская. Все они наполнены предметами искусства, многим из которых больше 100 лет. Выставку открыли к 170-летию знаменитого пивовара и коллекционера. Марианна Мирная взглянула на экспонаты. Резные табуреты, столики, скульптуры, картины и вышивка – то немногое, что сохранилось в коллекции, которую 40 лет собирал Альфред фон Вакана. Дворянин – купец первой гильдии. Он прослыл не только как основатель пивоваренного завода, но и как коллекционер. В 1919-м его коллекция мировых экспонатов насчитывала около 1000 экземпляров. До сегодняшнего дня дошло только 300. Это вещи очень высокого уровня, и они
это не просто какие-то вот случайно подвернувшиеся ему под руку работы, а целенаправленно собирал Вакана и его гражданская жена Мария Баредер. Они в 900-е годы ездили по миру, они были в Египте, они были в Китае, в Японии и в Америке. В общем, они объездили, как я так понимаю, весь свет, и всюду они приобретали какие-то интересные вещи. Многие вещицы, приобретенные Альфредом фон Вакано в разных уголках мира, по миру и разнеслись. Что-то хранится в Эрмитаже, что-то в Пушкинском музее. Но все же большая часть коллекции осталась на русской родине австрийца, в Самаре. Из Китая через Египет и Древнюю Грецию в страну восходящего солнца начала 20 века. Альфред фон Вакано собирал уникальные предметы искусства, которые сейчас обладают огромной исторической ценностью. Таких фарфоровых ваз уже не осталось даже в самой Японии, зато ими можно любоваться в стенах Самарского музея. Бизнесмена, мецената и путешественника фон Вакана в годы Первой мировой войны обвинили в том, что он шпионит для Германии. И после краткосрочной ссылки в Бузулук он вернулся в родную Австрию, где умер в 1929-м. Но для Самары он оставил ценнейшее наследие и, конечно, знаменитый завод, который популярен и сегодня. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События. Сразу две новые экспозиции представили в детской картинной галерее. Это выставка кукол известного в Самаре мастера Ольги Бакановой и работы тольяттинских авторов, основная часть которых – мешки Тедди самых разных стилей. Вторая часть новой экспозиции – рисунки и керамика юных воспитанников мастерских при детской картинной галерее. Валерия Макарова прошлась по выставочным залам и теперь уверена, искусству все возрасты покорны. Эта картина называется «Преодоление». Преодоление себя, соблазнов и пороков. Такую личную историю в красках рассказывает автор 15 лет. Рядом изображение бессмертного полка, боев в Сирии, дуэли Пушкина и Дантеса. Темы, выбранные юными художниками, немало удивили директора детской картинной галереи. Это то откровение детей, которое мы не ожидаем увидеть. Потому что тема действительно не навязана. Я-то думала, честно говоря, что они возьмут какие-нибудь простенькие темы. Картины составили выставку «Премьера». Это своеобразный творческий отчет за прошедший учебный год. Другая выставка «Кукольная» именитого самарского автора Ольги Бакановой открылась в соседних залах. Мастер исторической костюмной куклы представляет коллекции арт-деко и венецианский карнавал. Есть среди экспонатов и две премьерные куклы, которые выставляются впервые. Они из будущей коллекции «Сорока-ворона» и «Красный петух», над которой сейчас работает мастерская. Она будет посвящена русским национальным традициям, русским национальным праздникам. Там будет Троица, Масленица, святочные какие-то персонажи. Вот такая фантазийная коллекция. С работами Ольги Бакановой горожане знакомы хорошо. Это уже 16-я выставка художницы в особняке Клотта. А вот забавные игрушки тольяттинцев в Самаре увидят впервые. В основном это трогательные мишки Тедди. Обе выставки можно увидеть в особняке Клотта до середины сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акумедил». Покраснели глаза? Ощущение песка. Аллергия. Акумедил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец включен в состав сборной России по фехтованию для участия в Бразильской Олимпиаде. Михаил Мельник выиграл серебро этапа Кубка мира. Семен Макович второй на Кубке России по плаванию. Семен Макович с результатом 2 минуты и 2 секунды стал вторым на 200-метровке баттерфляем в Пензе на третьем этапе Кубка России по плаванию. Золото и бронзу взяли два местных спортсмена. С 2 минутами финишировал Артем Лазарев. Александр Харланов проиграл самарцу 0,01 секунды. Его результат 2:03. Напомню, Макович плавает в олимпийской сборной страны. Михаил Мельник выиграл серебро Кубка мира по прыжкам на батуте. В Ароссе, Швейцарии, состоялся 4-й этап. Подняться на 2-ю ступень пьедестала почета ему помог напарник из Воронежа Сергей Азарян. Синхронисты уступили победителям японцам Масаки Ито и Гигному Нитома всего 0,8 балла. Бронзу казахского дуэта Пирмамат Алиев Даниил Мусабаев. Впереди у самарского спортсмена Олимпиада в Рио-де-Жанейро.
Утвержден состав национальной сборной по фехтованию. На летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, поедет и самарский спортсмен Павел Сухов. Он будет выступать в команде шпажистов. Для Сухова это уже вторая Олимпиада в карьере. До этого Павел выступал на играх 2012 года. В Лондоне самарец потерпел поражение в первом раунде. В текущем рейтинге Международной федерации фехтования Сухов занимает 19-ю позицию. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.